Друзья, добрый день. Меня зовут Максинок Евгений. Я генеральный директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, в поселок Паралия, Катерине. Мы будем смотреть с вами отель Olympus Thalos Boutique. Вот он. Он находится в самом поселке, на второй береговой линии. До моря метров 300 на общественный пляж. Вот туда. Номер 204, это стандартный. Здесь есть душ. Душ тропический, обычная кабинка, плитка, все чисто, аккуратно. Фен, зеркало дополнительное. Покрытие плитка, кондиционер центральный. Диван. Это кресло-диван. Здесь, я так понимаю, 3 человека максимум. Плазменный телевизор. Мне нравится. Отель был сделан в 2015 году. Запущен. Поэтому отель свежий. Здесь учтены все последние инновации в технологиях. Он находится в 150 метрах от моря. Вид здесь мы видим с балкона на дорогу. Ну, здесь не шумно, она не основная. Основная такая дорога, вот она, более оживленная. Давайте еще раз закрепим. Номер 205 Суперия. Здесь у нас, мы видим, есть кухня небольшая, раковина, кофемашина, чайник. Следуйте за мужчиной этажом выше. Посуда, холодильник. Номер большой. Здесь уже 4 человека максимум. Есть кресло-диван раскладной. Большая кровать, покрытие плитка. Большой плазменный телевизор. Кондиционер центральный. Ванная комната большая. Фен. Дополнительное зеркало, раковина. Душ тропический есть в том числе. Все классно, короче. Балкон еще интересно, куда он выходит. Оп. Оп. Балкон опять выходит на дорогу. Балкон большой. Давайте еще раз вам покажу балкон. Есть сушилка на балконе. Все хорошо. Номер 302 Family Suite. Двухэтажный. Покрытие здесь плитка. Ванная комната. Небольшая. Душ тропический. Кофемашина, уголок. Холодильник. Сейф. Посуда. Один диван раскладной, второй. Плазменный телевизор. И вот мы видим второй этаж. Давайте быстренько поднимемся на него, посмотрим. Здесь одна большая кровать. Окно. Можно на звезды смотреть. Свой плазменный телевизор. И балкон такой же большой, как в предыдущих номерах, с видом на дорогу. Есть небольшая территория, здесь детская зона. И кресло-качалки. Это все. Завтрак в отеле. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. С вами был Васинок.